Привет, народ! Сегодня видео будет об одной интересной фишке, которой вы также можете пользоваться на телефоне. Смотрите, ребят, приходит, например, смс-сообщение, ну, получается мелкий шрифт, да? И для того, чтобы увеличить шрифт и просто выделить отдельно, чтобы у вас было это сообщение, можно было прочитать, можно просто сделать двойное касание с вашего смс-сообщения. Вот мне пришло смс-сообщение, предположим, да? Два раза касаемся экрана. Вот видите, оно выделяется отдельно, и шрифт увеличивается. И можно спокойно прочитать. Обратно убираю. Вот такая прикольная фишка. Кому данное видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Все, ребят, всем счастливо, до встречи.